Нью-Йорк. Крупнейший город современного мира. В Большом Нью-Йорке вместе с пригородами живет сегодня 16 миллионов человек. В самом городе около 10 миллионов. По-разному говорят американцы о Нью-Йорке. Одни утверждают, что Нью-Йорк не Америка. Другие, напротив, убеждены, что это самый американский из всех американских городов. Правы, видимо, и те, и другие. С одной стороны, ничего похожего нет ни в Соединенных Штатах, ни где-либо еще. Даже самые большие из городов страны теряются рядом с гигантом на Гудзоне, не могут конкурировать с ним ни по масштабам, ни по влиянию и богатствам, им накопленным. С другой, именно здесь особенно видны все проблемы, терзающие Америку 70-х годов, именно в Нью-Йорке сплелись они в узел тугой и запутанный. Нью-Йорк возник у впадения реки Гудзон в Атлантический океан в 1626 году. Он был основан купцами знаменитой Вест-Индской компании как форпост для проникновения вглубь нового для европейцев американского континента. Рассказывают, что первые колонисты выменили ставший ядром будущего города остров Манхэттен у вождя племени иракезов на несколько ящиков огненной воды, как индейцы называли виски. Зацепившись за Манхэттен, завоеватели принялись планомерно истреблять индейские племена. С той поры сохранилось название одной из самых знаменитых улиц – Уолл-стрит, улица Стены. Стены сейчас нет, а название осталось, напоминая о том времени, когда за воздвигнутыми здесь укреплениями колонизаторы прятались от метких индейских стрел. С Уолл-стрит в немалой степени связана ведущая роль Нью-Йорка в мире капиталистического бизнеса. Случилось так, что в нижней части Манхэттена в начале нынешнего века обосновались правления крупнейших банков и корпораций, а также Нью-Йоркская фондовая биржа. Самый влиятельный из американских банков находится напротив биржи на Уолл-стрит 23. Это знаменитый угол. Так называют невысокое старомодное здание, где находится штаб-квартира банкирского дома Морганов. По соседству расположились Рокфеллеры, Лимены, Брауны и другие герцоги и графы уолл-стритские. Питтсбургская сталь и нефть Венесуэлы, автомобили Детройта и чилийская медь, суда и хлопок, новейшая электроника и пшеница, уголь и алмазы,
труд сотен миллионов людей из десятков стран приходуются здесь, складываясь в бесконечные столбцы цифр, в которых выражаются неправедные богатства уолл-стритских владык. За лихорадочным пульсом Нью-Йоркской фондовой биржи с напряженным вниманием следят банкиры Лондона и Сиднея, Токио и Гамбурга, Йоганнесбурга и Парижа. Громким эхом отдается происходящее в этом зале, в президентских дворцах и министерских кабинетах, на берегах Потомака и Сены, Темзы и Рейна. Подскакивают вверх курсы акций после сообщений о перевороте в Чили, катятся вниз после провала авантюр во Вьетнаме и Анголе. Но и сюда доходят веяния времени. Еще не так давно акции компаний, выступающих за расширение экономических связей с Советским Союзом, другими социалистическими странами, котировались невысоко. Ныне положение меняется самым существенным образом. Нью-Йоркский фасад. Таким предстает город с рекламных роликов, глянцевых журнальных обложек, туристских проспектов. Взметнувшиеся ввысь громады небоскребов, в которые вложен талант архитекторов и точный инженерный расчет, современные материалы, рождающие невиданные прежде формы. Правда, в условиях частной собственности в строительстве города никогда не было и сегодня нет какого-либо общего плана. Не случайно великий Ле Корбюзье, считающийся одним из отцов современной архитектуры, назвал Нью-Йорк катастрофой, но катастрофой красивой. В центре Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка, часто можно видеть и такую картину. Нет, в этом большом доме на Манхэттене не случилось пожара. Не пришел он и в ветхость. Вполне добротное 20-этажное здание, в котором жили сотни семей, домовладельцы решили снести, а обитателей выселить. Делается это, несмотря на острый жилищный кризис, не из соображений эстетических, не потому что устарела архитектура, а дом обветшал, а исключительно в погоне за прибылью. Земельные участки принадлежат частным владельцам, которые устраивают на освободившихся местах либо автомобильные стоянки, приносящие барыши быстрые и без хлопот, либо возводят дома более доходные.
великолепны знаменитые Нью-Йоркские мосты, соединяющие остров Манхэттен с Бруклином, Бронксом, Куинсом, городскими районами, расположенными по берегам Гудзона и его рукава Ист-Ривер. И прежде всего Бруклинский мост, которым восхищался еще Маяковский. В стихотворении «Бруклинский мост» он восклицал: «Я горд вот этой стальною милей, смотрю, как в поезд глядит эскимос, впиваюсь, как в ухо впивается клещ. Бруклинский мост, да, это вещь». Но, восхищаясь Бруклинским мостом, поэт не забывал и о том, что здесь жизнь была одним беззаботная, другим — голодный протяжный вой. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой. Грустно звучит мелодия, исполняемая ради нескольких медиков уличным музыкантом, жалобой на жизнь, на безрадостную судьбу бездомных, разметанных бурей. Пятая авеню, улица дорогих магазинов, миллионерских апартаментов, роскошных отелей. Покупать в магазинах Пятой авеню – признак процветания. Нью-Йорк любит выставлять свои богатства на показ. Здесь обретаются те, у кого много денег, много амбиций, много власти. Они живут так, будто бы нет вокруг них ни бедности, ни обездоленных, ни мучительных проблем, гнетущих миллионы их соотечественников. Здесь каждый за себя, и никто за всех. Жить на этой улице
значит принадлежать к наивысшим слоям американского общества. В доме номер 1040 шесть месяцев в году живет с детьми Жаклин Кеннеди Анасис, дочь миллионера, жена президента-мультимиллионера, вдова владельца одного из крупнейших состояний мира и сама ныне одна из богатейших женщин Америки. Дом номер 800 принадлежит еще одной даме, обладательнице наследства, которое превышает годовой заработок миллиона американских рабочих. Год изнурительного труда миллиона человек и одна изнывающая от безделья престарелая дама, урожденная Джеральдина Этель Рокфеллер, дочь миллиардера Рокфеллера, вдова миллиардера Доджа. Впрочем, мадам бывает здесь редко, большую часть года проводя в загородных имениях и на фешенебельных курортах. Что же касается ее дома на Пятой Авеню, то в нем обитает несколько десятков любимых собачек миссис Рокфеллер Додж и обслуживающая их челядь. На содержание собак, как выяснили газетчики, тратится около 100 тысяч долларов в год. В следующем квартале Пятой Авеню в доме номер 820 обретается брат хозяйки собак Нельсон Рокфеллер. По соседству до переселения в Белый дом жил Ричард Никсон. Любопытная деталь. Состояние в несколько миллионов позволило Никсону купить квартиру на Пятой Авеню. Но его оказалось недостаточным, чтобы быть принятым в члены аристократического клуба «Никербокер», обосновавшегося в этом здании на той же Пятой Авеню. 600 членов клуба «Никербокер» принадлежат к наиболее громким фамилиям Америки и Европы. Проникнуть сюда могут лишь самые избранные. Глубоко упрятаны от посторонних глаз пружины, двигающие американский политический механизм, связывающие банки Уолл-стрита и столичные департаменты. Такие клубы играют в этих связях роль не последнюю. Здесь за чашкой кофе или рюмкой мартини, в бильярдной или за карточным столом заключаются миллионные сделки, принимаются решения, к которым внимательно прислушиваются в вашингтонских коридорах власти. Нью-Йорк – самый богатый город мира, утверждают туристские справочники. И это правда. Здесь оседают огромные богатства, созданные трудом сотен миллионов людей в Соединенных Штатах и Латинской Америке, в Азии и Африке. Несколько сот человек из этого 10-миллионного города управляют заводами и шахтами, железными дорогами и рудниками, расположенными в десятках стран. Мало что может сравниться с нью-йоркской бедностью, нищетой, проблемами, в тенетах которых бьется, задыхается этот город, утверждают многие из его обитателей. И это тоже правда.
появился в последнее время и пошел гулять по страницам газет термин «кризис городов». Еще один кризис американского общества, поразивший многие города Соединенных Штатов. Родился он в Нью-Йорке, приняв здесь наиболее острые формы. Кризис городов – явление многосложное. Одна из его составных – проблема жилья. Его не просто не хватает. За скромную квартиру житель Нью-Йорка отдает домовладельцу до трети своего заработка. Но и это не предел. Квартплата возрастает из месяца в месяц. Тысячи домов в рабочих районах города ветшают, приходят в негодность, однако хозяева отказываются их ремонтировать. Зачем тратить деньги, когда и на такие жилища находится спрос? У обитателей подобных помещений на ремонт средств нет. А муниципалитет полагает, что здания принадлежат частным лицам, и потому к нему это отношение не имеет. На первый взгляд дома выглядят как необитаемые, но в них укрываются десятки тысяч малоимущих граждан Нью-Йорка. Среди невеселой нью-йоркской статистики есть и такая. 8 миллионов крыс, несметные полчища тараканов. На стоимости такого, с позволения сказать, жилья, это почти не отражается. Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине такой социальной системы, которая увеличивает свое богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем численность населения. Эти слова Карла Маркса, кажется, написаны о сегодняшней Америке. Преступность растет даже быстрее, чем население. В Нью-Йорке это выражается в таких официальных цифрах. Каждые 7 минут совершается грабеж. Каждые 2 часа изнасилование. Каждые 1,5 часа убийство. 14 убийств каждый день. 58 убийств еженедельно. Преступность, заявил президент страны, заставляет нас бояться любого незнакомца и остерегаться выходить по вечерам из дома. В течение некоторого времени, вместо того, чтобы бороться с корнями преступности, власти пытались решить проблему, множа число стражей порядка.
Но после того, как Нью-Йорк оказался перед финансовым банкротством, хозяева этого здания на Фолли-сквер, в котором располагается Нью-Йоркский муниципалитет, решили навести экономию, уволив 35 тысяч муниципальных служащих, в том числе свыше 3 тысяч полицейских. Уголовники почувствовали себя вольготней. По причине сокращения персонала коммунальных служб и в лучшие времена не блиставший чистотой Нью-Йорк стал напоминать огромную свалку. В тот самый момент, когда произносились юбилейные речи и звучали фанфары, по данным Нью-Йоркского муниципалитета, на улицах города скопилось 50 тысяч тонн неубранного мусора. У города гиганта и масштабы гигантские. Еще одним проявлением городского кризиса стал подлинный склероз нью-йоркских улиц. Автомобиль из блага и достижения цивилизации превратился в свою противоположность. Если хочешь опоздать, горько шутят нью-йоркцы, садись в автомобиль. Ползут, отравляя воздух, десятки тысяч машин, не вмещающиеся в городские берега. Многие предпочитают передвигаться пешком, а некоторые, рискуя жизнью, добираются на работу на велосипедах. Другие статьи экономии, как это и водится в Америке, здравоохранение и образование. 129-й год существования знаменитого Нью-Йоркского университета, совпавший с 200-летием американской революции, стал для него роковым. Он закрылся ввиду отказа властей в финансировании. Была прекращена выплата жалования 19 тысячам преподавателей и сотрудников, уволено 12 тысяч учителей школ, накануне закрытия оказалось 30 городских больниц. Пусть придут ко мне твои усталые нищие,
твои метущиеся толпы, жаждущие дышать свободно. Пусть придут бездомные, разметанные бурей. Я поднимаю факел у золотых ворот. Гласит надпись на пьедестале статуи свободы в Нью-Йоркской гавани. Нет, не статуи, памятника. Золотыми ворота в новый свет оказались для немногих. Разметанные бурей, нищие и бездомные вскоре заметили, что свобода вместе со своим факелом стоит к Америке спиной. Бедность – главная из составных частей кризиса городов. Бедность не единиц, но миллионов. Нищета не только как личная проблема, но как социальная болезнь американского общества, лишающего миллионы граждан самого элементарного из всех прав человеческих – право собственными руками заработать на жизнь для себя и своих детей. Многие дни проводят на бирже безработные. Те, кто еще не потерял надежды. Не повезло сегодня, быть может, повезет завтра, и, наконец, удастся получить работу, хотя бы какую-нибудь. В дни, когда Соединенные Штаты праздновали свой 200-летний юбилей, 10 миллионов граждан страны, за каждым из которых Декларация независимости признает неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью, видели недостижимое для себя счастье в том, чтобы иметь работу. Просто работу. А здесь те, для кого уже не осталось никаких надежд. Печально знаменитая Бауэри. Нью-Йоркское дно. Наподобие хитрого рынка дореволюционной России, с которого Горький писал «На дне». Отсюда до сверкающей огнями 5-й авеню всего несколько минут ходьбы. Несколько минут, не считая бездонной пропасти, разделяющей эти два Нью-Йорка. Существует три вида лжи, говорят в Америке. Ложь, большая ложь и статистика. Ох уж это американская статистика, апеллирующая излюбленными ею средними цифрами, ссылаясь на некоего отвлеченного среднего американца, она без труда доказывает его процветание. Логика при этом проста и незамысловато. Если ты на обед съел курицу, а твой сосед лег спать натощак, то, согласно статистике, вы с соседом в среднем съели по полкурицы.
между двумя Нью-Йорками нет твердо очерченной границы. И все же она есть. Непроходимая, непреодолимая, реальная. Большой лжи буржуазии противостоит правда мужественных борцов за права трудящихся. В Нью-Йорке находится руководство Коммунистической партии Соединенных Штатов. Бешенство и злобу реакции вызывает деятельность коммунистов. Проходит месяца, чтобы на это здание, в котором расположился Национальный комитет Коммунистической партии Соединенных Штатов, не совершался налет. Динамит и зажигательные бомбы, автоматные очереди и пули снайперов – все идет в ход для того, чтобы запугать работающих здесь героических сынов американского рабочего класса. Почему так узка лестница? Потому ответили нам, что так легче сдерживать натиск нападающих. Идет заседание Национального комитета. Его работой руководят товарищи Гэс Холл и Генри Уинстон. Обсуждаются проблемы, волнующие трудящихся страны. Готовится очередной номер газеты Daily World, органа Коммунистической партии, газеты, несущей американцам слово правды о событиях в стране и за рубежом. Но слово это произносить в Америке не всегда безопасно, поэтому меры предосторожности – неотъемлемая деталь повседневной жизни коммунистов. На первый взгляд крыша как крыша. Однако нам объяснили, что когда выбиралось здание для штаб-квартиры Компартии, особое внимание было обращено именно на крышу. Она соединяется с крышей соседнего здания, а та, в свою очередь, с еще одним домом. Много здесь и проходных дворов. А практика показывает, что такие предосторожности вовсе не лишние. Несмотря на опасности, коммунисты делают свое трудное дело. И все-таки жизнь на месте не стоит. Заметные следы перемен и в Нью-Йорке. Американцы стремятся узнать, возможно, больше о советской стране, о которой долгие годы им рассказывали столько небылиц. Совершить поездку в Советский Союз — мечта многих американцев, а по возвращении их ждет жадный интерес соотечественников, бесконечные расспросы о том, что увидели они в первой стране социализма. Большой популярностью в Нью-Йорке, как и в других американских городах, пользуются магазины советской книги. Казалось бы, что особенного? Стеллажи книг, покупатели. Но если вспомнить, что еще не так давно за чтение советских книг могли занести в список неблагонадежных или еще чего доброго вызвать в пресловутую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, понимаешь, как многое изменилось и меняется, хотя и не сразу, не без труда, начинают подтаивать на леди холодной войны. Бурлит людской водоворот на нью-йоркских улицах.
Но обратите внимание, никто не улыбается. Трудно сегодня обнаружить здесь улыбку. Видимо, не весело людям в самом богатом из американских городов. Как это не весело? А знаменитый Бродвей, всеамериканский центр веселья и развлечений? Здесь нью-йоркская витрина. Место, куда приезжего ведут перво-наперво. Дескать, смотри и поражайся. При этом ведут не утром, не днем. В светлое время суток завсегдатые Бродвея почивать изволят. Ведут, когда стемнеет. Вот тут-то Бродвей являет себя во всей красе. Улица залита светом, реклама изощряется, мостовые заполнены праздно и непраздно шатающимися. Кого здесь только не встретишь. Полицейских и воров, глазеющих провинциалов и тех, кто делает бизнес на их простодушии. Завзятых театралов, жаждущих прикоснуться искусству бродвейских театров и присыщенных снобов, которых привлекают угнездившиеся тут же сомнительные заведения и кинотеатры, демонстрирующие не менее сомнительные ленты, молодых людей, убивающих время, и людей немолодых, стремящихся наверстать, по их мнению, упущенное. Здесь всего вдосталь. Блеска и нищеты, радужных надежд и утраченных иллюзий, громкого веселья и тихого отчаяния. Нет, не так весел нью-йоркский Бродвей, как это может показаться с первого взгляда. И улыбки его неестественны, вымучены, будто бы приклеены. На лицах людей печать беспокойства, следы тревог. Не веселы не только те, кого обделила судьба, озабоченные те, кому, казалось бы, не на что жаловаться. «Не в деньгах счастье», — говорит русская пословица. «Не в деньгах». Много богатств накопила Америка. Но сделали ли эти богатства американцев более счастливыми, более уверенными в своем будущем? Не сделали, потому что не может сделать богатство немногих счастливым все общество, потому что не могут деньги заменить справедливость, ценности духовные, радость человеческого общения и человеческих отношений, великие идеалы и благородные цели.
Наше телевизионное путешествие по Соединенным Штатам Америки подошло к концу. Мы побывали во многих городах, разных районах этой страны. И не случайно решили закончить наше путешествие именно здесь, в Нью-Йорке, самом большом и самом американском городе Америки, потому что именно здесь особенно ясно видно все, чего смогла достигнуть эта страна за 200 лет своего существования, и все, чего она достигнуть не смогла и не может. Здесь, на небольшом пространстве, всего несколько десятков квадратных километров, туго сжаты, сконцентрированы проблемы, все, чем живет сегодняшняя Америка. Богатство и бедность, замечательные достижения человеческого гения, плоды труда многих поколений американцев и все больные проблемы сегодняшнего американского общества. Многое из того, что можно купить за деньги, и совсем немного того, что ни за какие деньги не купишь.